нас динамо-машина или для ручного вырабатывания электричества. Значит, крутится вот эта ручка. Сейчас я попросил девочку, чтобы она покрутила. И вырабатывается электричество. И вот эти бумажки, которые на сферах, они приподнимаются. С этой стороны. И с той стороны в большей мере поднимаются бумажки. Электричество передается по проводам. По тонким проводам. Вот они. Стенд – это человек-батарея. Две пластины, на которых нарисованы левая и правая рука, и амперметр. Я когда положил на желтую и серебряную пластину руки, у меня показалось минус 48 миллиампер. Но вот сейчас женщина кладет, у нее ноль на амперметре. Почему-то у нее ничего нет. Когда кладут на обе желтые, то вот отклонилась немножко. Мужчина положил, не отклонилась. Так еще раз. Вот отклоняется. Вот. Только лишь на разноименных электродах. Только на разнометаллических электродах. Вот они набирают максимум 40-28. 40. Да, до 48-50 доходит. Молодец, девчоночка. Вот такая вот она у нас. Электрически заряженная. Теперь я попробую. А вот этот стенд у нас показывает правила левой руки. Как я понимаю этот стенд. Конечно, по-японски написано, но... И вот такая поясняющая табличка. Стенд демонстрирует электрическую дугу. При удалении на определенное расстояние возникает дуга и разряд. Но вот у ребятишек что-то не получается. А, да, вот. Молодцы, нажали на какую-то кнопку. Тут надо быть очень аккуратным, чтобы получить дугу и удержать ее достаточно длительное время. Ну, вот сейчас ребята снова пробуют, у них получается через раз.